Конечно, причина того, что вот этот алкоголизм и то, что здесь в Москве, еще вы сказали, в Питере, да, меньше. Потому что если есть работа у человека, если он занят делом, любимым, так это вообще рай небесный. А если самое, когда есть нечего, ты пойдешь делать, и когда есть у человека работа, если есть смысл жизни, тогда он... Трудно, конечно, алкоголизм – это очень тяжелый, это трагедия в жизни человека, которому надо помогать, все время помогать, заинтересовывать его, и чтобы у него было хорошее дело. Понимаете, любимые, помогать этим людям, потому что эти люди несчастные, бедные. Понимаете, в чем дело? Вот работа, только работа спасет, только общение с хорошими людьми. Круг общения – это очень важен для этих людей. И, конечно, внимание. Ругать не надо. Не надо ругать. Надо больше хвалить людей и даже алкоголиков. Сказать, какой ты хороший, какой ты замечательный. И помочь этому человеку.